Ну, тут только там это очки поправил, говорит, что никаких детей больше. Это я тебе гарантирую. Пригласи моих сотрудников. Встал, пожал руки. С этого момента мир. Ну, они вроде как потрясли друг другу руки такие. Но Харри запомнили. Да, 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 да. Харри скривили и запомнили, так сказать. Ох, я когда это смотрел, просто это вообще просто у меня было, блин. Ну, это, конечно, тоже мощнейший ход. Давайте, товарищеский суд, всех соберем. Ты че вообще? Главное. Это два мексиковских отморозка. Просто они вообще этого Фринга не должны в глаза видеть. Они даже не должны знать, что он существует. Конечно. Ну, потому что эти-то влетят рано или поздно с железной гарантией вообще. Ну, обязательно. И у них работа такая, рано или поздно сесть. Потом выйти, добравшись ума разума. В академии. Да, да, не забуду мать родную. Вот. И снова приняться за работу с удвоенной силой. У них, в общем, такая вот трудовая карьера там. 6 ходок, 7 побегов. Молодцы. Вот. А Фринг-то это же просто. Там мультимиллионер, хрен его знает, приличный член общества, как он с ними вообще оказался там в одном месте. Исключено. Просто такого быть не может вообще. Я сильно сомневаюсь, что в организации подобного рода они бы даже этого Майка Эрвентраута знали. Они бы, ну, общались бы с теми, кто им поставляет все. Ну, может быть, там какие-то отзвуки бы там, может быть, отзвуки какие-нибудь долетали, а так, чтобы вот всех собирать в кучу, пацаны, это мы, я тут главный и прочее. Ты че вообще? А если он кому-нибудь скажет? А он, ну, конечно, скажет, он же дурак. Скажет, да. Ой, блин. Там на лице интеллект просто вот весь написан, что там у него образование 1,5 класса, все остальное время на улице. Да. АУЕ, мексиканское. Мексиканское АУЕ, да. Как один наш виднейший представитель военно-исторического движения 1812 года во французской форме бежал в атаку с воплем: «Мне путяга все дала!» Повергая в ужас противников. Кто не в курсе, путяга – это ПТУ. ПТУ, да.